Всем, Костя, привет, с вами Сабо или не стример. И всех приветствую на канале. Продолжаем проходить все одни из нас, The Last of Us. Первая часть, 2021 год, 22 апреля. Всем приветули. Так, ну что ж, тогда ж, давайте тогда начинать. Мы идем к Капитолию. Капитошка. Капитошки. Так, погнали. Рандеву. Рандеву. Ночное рандеву. Так, ну там вообще-то к Капитолию мы направляемся с Тесс и Элли. Не отставай. Не отставай, мать. Джоэл. Здорово. Одни из нас. Naughty Dog. Создатели Uncharted. И Crash Bandicoot. В 2000, по-моему, 14 году выпустили The Last of Us на PS3. Так. И в 2021 я перепроходим мы обновленную версию сей шедевра. Смотри-ка. У него на руке символ цикад. А что, если мы придем, а их всех убили? Всех не убьют. Но откуда ты знаешь? Просто знаю. Слушай, не волнуйся. Ладно. Просто знаю. Вот увидишь. Ничего не сказал. Райдер Даров 99. Виталий Сторч. Say hello. Have a nice day. Thank you for watching. How do you feel? Райдер. Райдер X. Так, а нам сюда. Надо. Был такой мультик Астерикс и Обеликс, по-моему. Так, а ну что? Да, сюда. Давайте, девки, полезли вверх. Где? Привет всем. Привет, привет. Перелезаем. Как там, не болеете, все хорошо, Виталий. Як там? Ты, по-моему, ты в Винницкой области, так? Як там ситуация? Як тебе справа? Надо же. Финишная прямая. Полицейская машина. О, вот он, Капитолий. Вот он. Капитолий. Один ножик остался. Один ножик. Райдер, как? Предупреждаю сразу, я не умею плавать. А тут не надо. Кажется, плавать. Тут справа не глубоко. Иди за мной. Райдер, а ты как там поживаешь? Хорошо, что Марлин выбрала вас. Ты это к чему? Я знаю, что вам за это заплатят. Но я пытаюсь сказать спасибо. Да не за что. Красивый барельеф. А вот и Капитолий. Ну давай. Что-то типа местного совета. Райдер же родительское собрание. Все добре, дякую, що запитав. Думав піти прогулятися, але стрім цікавий, тому поділюся. О, дякую, Віталій Сторч. Але погуляти треба, бо скоро вже буде
темно і не так тепло. Так. Райдер, ну надіюсь, що после родительского собрания будет все хорошо. Нет. Нет, нет. Конец. Конец сейчас кому-то. Что теперь будет? Кое-кому другому будет. Что ты делаешь, Тесс? Господи, карта, может быть, у них была карта или хоть подсказка, куда идти. Слушай, хватит, ну сколько можно? Столько, сколько нужно. Где их лаборатория? Она не говорила. Кажется, это где-то на западе. Что мы здесь потеряли? Это не наше дело. А что ты знаешь о нас? Обо мне? Знаю, что ты умнее вот этих. Да ну. Знаешь что, Джоэл, мы с тобой очень дерьмовые людишки. Мы с тобой выживаем. Это наш шанс. Все кончено, Тесс. Мы попытались. Нам пора домой. Нет. Я никуда не пойду. Я уже пришла. Но почему? Везение не может длиться вечно. Да что ты несешь? Не трожь! Не трогай меня. Вот черт. Она заразилась. Джоэл. Покажи мне. Не надо, Джоэл. Покажи мне. Господи. Весело, правда? Дай сюда руку. Вот, сам посмотри. Меня укусили час назад, ее 3 недели. И ей хоть бы что, Джоэл! Ты должен отвезти девочку к Томми. Он знает этих людей, знает, куда идти. Нет, 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 это твоя затея. Я здесь ни при чем. Нет, послушай меня. Послушай, я знаю, ты не откажешься выполнить мою последнюю просьбу. Ты отведешь ее к Томми. Черт. Жалко ее. Классно. Тесс. Это они. Твою мать. Классно. Я задержу их, но вам надо бежать. Что? Предлагаешь тебя бросить? Да. Я не оставлю тебя. Я не хочу превращаться в чудовище. Ну иди. Пожалей же ты меня. Я не могу. Нет, уходи! Пошел вон. Go away. Элли. Прости, я. Мне очень жаль. Пойдем. Что за нафиг? Ты понимаешь, что мы творим? Стой. Мы ее просто бросили. Хватит. Не отставай, надо уходить. Уходим. Мамочки. Элли, скипаем. Надо идти дальше. Очень это классный уровень, ну вот этот Капитолий, там дальше сейчас будет тоже интересно. Метро будет. Так, ладно. Вас понял. Ты ломаешь дверь, ты идешь со мной. Господи. 4. 4. Убили ее. Они вот-вот ворвутся. Ну, она и, в принципе, хотела, потому что, ну, она зараженная была. Зараженная. Эти укусили Пора ее. Пора валить. Так, быстренько ножик сделать надо. А, не сделаю. Так, ладно. Патроны, антибиотики давай. О, прыгать. Винтовка-винтовка-то где-то была. Где-то здесь. Блин.
Вот. Винтовочка. Демонстративно так перезарядка была красиво. А, ну что, будем сейчас их валить. Демонстр, попробуй резик. Демка доступна должна быть. Я не проманался. Еще пару человек, остальные, да. Минус райдер и комп. Минус райдер. Да, надеюсь, что все доброе будет. Так. Что теперь? Джоэл! Вижу. А я не вижу. А вот двое, трое, четверо. Давай. Так. Перезарядочка. Где еще пацики? А вот еще один. Выходи, да? Воу, вот это он хорошо попадает. Все, спокойно. Надо залутаться. Ой! Если Resident Evil демка есть, то я попробую, потому что я уже пробовал эту демку. Мне писало 6 дней. Так классно. Браво, здорово, браво. Новосибирск. Доброго времени суток. Сколько у вас? Плюс 4 часа. 19. У вас сейчас 10. 11 часов вечера? Ночь. 11 часов. Доброй ночи, Рава. Так. Так, вроде все, залутались. Рава, спасибо, что приходишь. Так, ну, по-моему, нам вниз надо. Может быть, тут еще патроны есть. Патроны. Патроны, патроны. За мной, идем. Кирпич. Не надо, не кирпич. Нет, тут больше ничего нет хорошего, полезного. А есть анти... Есть все-таки. Антибиотики. Антибиотикс. Так, погнали. Трава в музее. Палка пригодится. Там потом можно будет апгрейд делать, знаете. Что нам делать? Джоэл, как отсюда выбраться? Так, для начала через этот холл. Так, резко. Пригнись, да? Я не знаю, сколько их тут. Так, сделаем коктейль Молотова. И ножик. Ой, раз, два, три, четыре, пять, шесть. А давай, мне надо его привлечь. Привлечь надо. Минус один. Бежит сюда. Минус два. Минус три. А, Юрец! Ну ты пух. Ай-яй-яй-яй. Ой-яй. Быстрее. Все, приехали. Шановні.
Так, а у меня патрон. О, еще один остался. Блин. Сколько? Один остался. Сейчас мы ему подогреем. Пукан. Где он? А, он уже не страшный мне. Ой. Но недооценивать его нельзя. Так. Где он? Джой, вот выйдет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ничего себе. Прикинь. Элли говорит, ничего себе ты творишь. Джоэл. Так. Все, патронов больше не наблюдается. Можно ливать. А. Сникерс, который вас тушит. Ливаем. Смотри, там лестница. Пригнись. Давай, 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 давай. За нами гонятся. Аптеку сделал еще одну. О, споры. Одели маску. Споры грибные, которые превращают зомбарей. Пригнись. Нет цели. Прием, нет цели. Там солдат ходит. Понял. Оставайтесь на месте. Ждите подкрепление. Вас понял. Держу подкрепление. Как ты можешь дышать этой дрянью? Я тебе не врала. Заметил? Нет, здесь никого. Я не видел. Поищу тут. Иди туда. Да, кирпичом в голову-то больно. Ты убежал сразу. Они должны быть где-то тут, чтобы искать все. Вон он, поищу тут. Иди туда. Туда не ходи, сюда ходи, суще. Хорош, как ушатал. Так, где второй? А второй вот. Сейчас мы его с... Вот он. Опа! One shot. Слава богу. Ну, да. Для нас это хорошо, а для них нет. Так. Теперь можно поискать припасы, патроны. А ну-ка. Метро, в метро мы зашли, в метро. Метро. Так, тут уже затоплено. Слушай, я не умею плавать. Что-нибудь придумаем. Вот сюда давай. Может, что-то тут есть полезное?
Давай, плыви. Так. Элли? Нормально. Ну, хорошо. Записочка. Смотри-ка, еще работает. Что работает? Ну, нам туда, да. Сейчас я быстренько тут кое-что заберу. Месте. Тут надо забрать кое-что. Забирай. Забирай. Не высовывайся. Тут цикады. Вот такой нашли медальон. О, антибиотики. Что там внизу? Ну, такое. Всего понемногу. Так, вот это надо набрать, чтобы Элис смогла перепрыгнуть. Давай. Залезай. Залезай. Эли. Ладно, ладно. Осторожней. Спокойно. Сейчас лестницу спустит. Держу. Так. Может, какие-то ресы завалялись? Значит, так, сюда. А теперь скорее отсюда. А тут уже споры. Значок цикад. А, все, на выход. Ура! Вышли на поверхность. Насчет Тесс. Не знаю, что... Уговор будет такой. Ни слова про Тесс. Никогда. Мы с тобой вообще не обсуждаем прошлое. Второе. Ты никому не говоришь о своей особенности. Решат, что ты спятила или убьют. И ты будешь делать, что я скажу. И когда скажу. Ясно? Да. Повтори. Ты тут главный. То-то. К северу отсюда есть город. Один человек там кое-чем не обязан. Может, найдет нам машину. Окей. Ну все, пошли. Продолжаем путь. Город Била. По-моему, локация нам туда.
Вниз, срежем, так быстрее. Ух ты! Что? Ничего, просто... Я раньше никогда такого не видела. Леса, что ли? Да. Не бывало в лесу. Тут классно. Да, красиво. Красиво. Почему ты не вернул меня к Марлин? Она обратилась к нам, потому что сама бы не справилась. Может, ей уже лучше? Ха. Не хочу тебя расстраивать, но шансы выжить у твоих друзей с самого начала были невелики. Она сильнее, чем ты думаешь. Без разницы. Сомневаюсь, что смогу доставить тебя обратно в город живой. Так что пути назад нет, хотя меня это совсем не радует. Ух ты, привет. Кто там? Тут водонапорная башня. Как всегда. Перелезем? Нет, наверху колючка. Придется искать обход. Ого, смотри. Что там? Райдер. Учтил, как говорит, сейчас кто-то домашку не сделал. У вас что, типа, онлайн там, типа? Родительские собрания онлайн. Палочка. Давай сюда. Так-то лучше. По физике. Это ты, Билл? Где вы встречались? А? Когда как? Ты здесь раньше не бывал. Я знаю, что он тут живет, но... Да, я здесь не бывал. Думаешь, он там, где дым? Будем надеяться. Что ж, тогда пошли, узнаем. Ну, пошли. Такой интересный этот город. Спускайся. Смотри под ноги, не свались. Раз, два, три. Щелкуна. Сейчас попробуем как-то завалить. О, кирпич. Он вылезла. Патроны больше.
Так, надо срочно залутать. Залутать хату, потому что... Пять антибиотиков. Ты в порядке? Я учусь свистеть. Не умеешь Райдер. Свистеть. Имеешь это свист? Похоже на свист? О, пестик. Так, эти... Ой, запчасти. Как она? Чуть-чуть лучше. Ну все, тут. Оба. Порядок. Оба. Тут куча зап... 10 антибиотиков. 15. Запчасти, патроны. Коктейль Молотова сделал. Скоро лук будет. А, черт, закрыто с другой стороны. Подсади меня. Не, плохая идея. Ну, а как иначе? Я-то тебя подсадить не могу. Ладно. Вставай. Только открой, и все. Ладно. Тише. Попробуем. Ну вот. Та-дам. Спасибо. Молодец. Спасибо. Спасибо. Так, резко залутаемся тут. Допустим, твой приятель даст нам машину. А потом... Потом мы поедем к Томе. Это который твой брат? Гораздо важнее, что он был с цикадами. Знает, где их искать. А, ясно. Только он далеко, поэтому нам нужна машина. Тут часть для апгрейда. О, антибиотик. Так, антибиотик. Посмотри! Гномы! Да, гномы. У меня была с ними целая книжка. В детстве я их просто обожала. А феечек нет, они стрёмные. Ну ладно. Феи стрёмные. Так. Вот тут вот можно... А, оттуда мы пришли. По-моему, здесь. Да, вот. Залутаться. Типа барчик. О, посмотри. Игровой автомат. А ты что, играла? Нет. Но одна подружка мне про эту игру рассказывала. Там вроде была героиня по имени Angel Knives. И, ну, короче, типа она сначала била ногой в живот, а потом отрывала башку. Никогда не любил такие игры. А я бы попробовала.
Да, мы бы попробовали. Так. Типа Mortal Kombat. Так, а ну стой. Вот тут, может, что сзади есть. Ну. Так, тут не посмотреть. Marius Famous. Где-то вот... А, вон тот можно зайти. Тут не пройти. Да, там уже ловушка вон идет. А в этот еще можно. Кафе. Кафешка. А, музыкальный... Ух ты, ну и местечко. Музыкальный магазин. Попробуем через него пройти-то. О, патроны. О, веса. Хиппи. А, тут не выйдешь, тут только через двор. Все, я понял. Даже как-то грустно. В смысле? В смысле грустно? Так. А, блин. Ладно, будем прорабатывать. Твою... Обалдеть! Это еще что за фигня? Это Билл ловушек наставил. Это я чуть не обосрался, блин. Вдруг параноик, да? Мягко говоря. Нафига он нам сдался? Он помогал нам заниматься контрабандой. Знает, где что достать. Контрабанда. Осталось не взорваться на пути к нему. Просто смотри, куда идешь. Осталось не взорваться на пути к нему. А вот еще одна. Вот. А можно ее забрать, не? Видишь растяжку? Смотри, не задень. Пригнись как следует. О, стрелы. Билл стреляет из лука? Наверняка. Да, вот сюда. Погнали. А вот и лук. Вот он. Смотри-ка. Это если по стелсу. Отдай его мне. Я неплохо стреляю. Давай стрелять буду все-таки я. Я могла бы защищаться, прикрывать тебя. И не мечтай. Ничего не напоминает? Ну, может, что-то напоминает, не? Ну, я сейчас... Ну, ладно, God of War 4. Ну, там немножко по-другому, там, типа, батя и сын. Ну, немножко. Все чисто, залезай. Угу. Просто этот Кратос, он как бы этому маленькому сыну, как его звали? Блин, забыл уже, как звали сына. Типа Локи, как он? Черт. А где это дерево?
Дерево где? А. Вот оно. Воу. Да, пожалуй, сработает. Как же пацан? Говорил, пацан ему. Пацан. А же я как того пацана звали? Ну, надо будет как-нибудь God of War допройти или... Ну, он очень, как по мне, он довольно длинный. Не знаю, многие. Он довольно длинный все-таки по сюжету. Там есть хороший кусок. По сравнению с Uncharted, мы одни из нас. Last of Us, God of War намного длиннее. Опять. Попробуем эту штуковину. Попробуем лук. Кстати, лук очень хорошо их выносит. Прям ваншот. Черт. О, черт. Ваншот. Теперь слушай. Предупреждаю заранее, Билл не самый адекватный человек. Поэтому, когда мы его найдем, говорить буду я. Поняла? Поняла. Это очень важно, он не любит чужаков. Ладно. Билл нормальный мужик. Просто ему нужно время, чтобы к тебе привыкнуть, вот и все. Да, там прикольно сейчас будет. Именно эти разговоры Билла с Элли. Элли будет задвигать ему. Так, тут опять ловушка. А теперь пригинайся. А вот тут дофига сейчас... Слышал? Да. Ну, в общем-то, смотрите, что сейчас произойдет. Ты туда собираешься? Может, найду что полезное. Найдешь мой труп, когда я помру от инфаркта. Не волнуйся. Все под контролем. Найдешь мой труп, когда я помру от инфаркта. Тут, видно, люди собирались, но либо не успели, либо не взяли то, что хотели взять. Твою мать! Опа! Господи! Я чуть в штаны не наложила! Ну, раз уж мы здесь, давай осмотримся. Думаешь, они нашлись? А я откуда знаю? Я надеюсь, что да. Ботики. Ну, по идее, все, как бы, можно ливать. Рэйчел. Сколько еще останется, бля? 75 уже насобирал. А, смотрите, вот у меня, вот почему я, помните, я же написал новая игра плюс, действительно это есть новая игра плюс, смотрите, скорость течения максимум, скорость создания максимум, дальность слуха максимум, максимальное здоровье, останется вот колебание докачать. Вот оно, вот оно. Все, валим отсюда. Ясно. Надо бутылку взять, чтобы это взорвать, патроны тратить, вообще не камильфо на это. Так, давай взорвать. Отойди в сторонку. Угу. Ни хрена себе, офигенные штуки. Ну, как вариант. Как вариант, вообще офигенные.
Там еще одна бомбочка. Ну, уже ни много ни мало. Винтовку снайперскую получили. Лук получили. Два револьвера. Револьвер и пистолет получили. Так, главное это взрывать. Давайте, выходите. Идем. Держись рядом. О, супер. Патроны взяли. Ну что, заходим. Оп. Ёпперный тёп. Тебя бил. Что случилось? Еще одна грёбаная ловушка. Вон холодильник. Это противовес. Сейчас. Случилось то, что... Сейчас нас могут сожрать. Тебе надо перерезать веревку. Ладно. Ой, блин. Вот и они. Укор, это уже опасно. Они сейчас явятся. Сейчас. Блин, херово. Ты цела? Да. Продолжай. Эй, лови. О, спасибо. Спасибо. Зараза. А вон он лезет. Давай! Не поддается! Быстрее! Эй, я тут! Вали от нее, ублюдок! Или они рядом? Вали от нее, ублюдок! Ай-яй-яй, быстрее! Вливаем. Oh!
айфон. Не тормози, здесь опасно. Они поперли через дверь. Валим их, другого пути нет. Эли, постой, делись. Убегай. Блин, долбаный щелкун. Ну вот, почти зайди. За мной. Патроны. Бери, 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 бери. Да забирай. Щит. Нинтендо, дорог. Нинтендо. Здорово, здорово, здорово. Иду, я иду. Открыто, скорей. Здорово, Нинтендо. Как дела? Крис. Вы наш герой-спаситель. Я Элли. Эй, вы что? Джоэл! Билл! Ты спятил? Билл! Пусти! Быстро, на колени! Билл, успокойся. Я сказал, встать на колени! Я не шучу. Я... Да остыньте. Фокусы есть? Нет. Что-нибудь растет? Все нормально, отвали! Сиди, не дергайся. Стой! Ах ты, паскуда! Доволен? Я доволен. Вы заявились ко мне, разрядили все ловушки, чуть не сломали правую руку. Нахрена ты притащил эту соплячку? Не твое собачье дело, а ты кое-чем обязан Джоэлу. Может, снимешь с меня эту хрень? Я обязан Джоэлу. Это что, шутка? Перейдем к делу. Нужна тачка. Да, точно, шутка. Тачка им нужна. Да даже если б и была у меня тачка, с чего бы мне ее отдавать? А? Валяй, Джоэл, найди и возьми. И последнюю жратву тоже прихвати. Ну тут от тебя точно не убудет. Послушай, засранка. Да пошел ты, старый хрен. Элли, сейчас же закрой рот. Ясно? Пусть я тебе и обязан, но не настолько же. Настолько, Билл, настолько. Все равно машины на ходу нет. Но в городе должна быть. Части, там только запчасти. Значит, из них можно собрать тачку. Ладно, я возьмусь за это. Но мне нужны детали. Так. Они в городе, вот здесь. Вы находите их, а я постараюсь собрать вам тачку. Только после мы в расчете. По рукам. Все равно мы со дня на день сдохнем. Так, за мной. В городе до хрена ловушек. Так что не отставать. Сейчас вот будет. Радость-то. Прекрати. Так, берите все, что может пригодиться в пути. Советую запастись по полной. Спасибо. Элли, посмотри, нет ли чего полезного. Ага, договорились. Патрике. Коктейль Молотова еще один сделал. Подлечились. Тут карта есть. Труба. Карта город Билла. Ты играть умеешь? Ну, кое-как, да.
Я бы тоже хотела. Слышь, гроссмейстер, не вздумай трогать фигуры. Гросс кто? Не обращай внимания. Кот и чемнёлка. Ну, все нашли? Мы готовы. На выход. Все, жили, пошли. Не оставляй дверь открытой. Ладно. Нужно перебраться в то здание. Давай, по лестнице. Только не отставай. И как же я позволил втянуть себя в эту хрень? Нужно было их просто там бросить. Он правда какой-то странный. Да, тот еще тип. Во что ты на этот раз влип? И где Тесс? Подрядился кое-что доставить. Что доставляешь? Эту соплячку. Да пошел ты. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Нахрена мы с ним связались? Куда мы идем, Билл? Другое убежище. Там склад оружия. А мы не хотели чинить машину? Мы? И ты чинить собрал? Билл, слушай. Я же сказал, детали в другой части города. Я туда никогда не хожу, потому что там зараженные. Нужно оружие. Так, мы выходим. А вот видите вот ту вот, вот ту вот штуку, вот туда, куда мы должны попасть. Так, ну обязательно залутать тут все. Книжечку возьмешь, не? По-моему, я когда, ну, впервые играю, что, по-моему, эту книжку забираешь. Там такие книжки попадаются, типа, там больше ловкости, там. Выносливость. Типа, ну, типа такого вот. Окей. Мустан. Обнова варфа на кач поставил. 4600, считай. Ну да, там неизвестно, сколько у тебя эта скорость. От скорости зависит. Тем более 6 гиг почти, да? Почти 5. Почти 5 гиг. Тише, тише. Один внутри. Тише, тише. Я давно собирался с этим разобраться. Не парься. Ты так и не ответил, куда подевалась Тесс. Я думал, вы с ней не разлей вода. Она занята. Ну да, занята. А мне так... кажется, что вы, голубки, того. Может и так. Ну, теперь сюда. Выходим. Записку забираю. Слушай, а почему бы не починить эти машины? Ты юный гений? И как это я не догадался, что можно починить эти машины? Да ладно, не говнись. Шины прогнили, аккумуляторы сдохли. Все сказал. А что там творится под капотом, даже думать страшно. Аккумуляторы сейчас делают только военные. Начинается. А вон они. Ну, понеслась. На. Ну ладно, еще раз проверь баррикады. Упустишь малейшую хрень, потом будешь расплачиваться. Ты все понимаешь.
Нужно взять все припасы со склада. Да. И оттащить по стучной изгороди. Теперь он говорит сам собой. Снова. Да. Потом ты. Билл. Джоэл. Сюда. Зачем залутаться надо? Лезем наверх. Патроны. Обязательно надо залутаться. Лук есть. Прикольно, да? Вот сюда надо. Ну и местечко ты себе выбрал. Nintendo. Ну, эти твари, конечно, мерзкие, но от них знаешь, чего ждать. Третий Хокаге умер. Обычные люди куда страшнее. Рачимару помог. Уж ты-то должен понимать. О чем он? Неважно. Техника Эдо Тенсей. Вызов смерти, да? Вызвал третий Хокаге. И короля обезьян он вызывал. Посох. Ой, там круто. Там, блин, там классно. Там школа ниндзя. Это на экзаменах он пришел. Рачимару. Да, это? Там круто, да. Так. Куда, да. Третий Сарутоби. Там Сарутоби. Асума. Так, а куда дальше? Давай, Билл. Думаешь, не откроют? Ну, ключа у них нет. Угу. Куда нам? Пришли. Нам в погреб. Забирай это. Запчасти. Да, это типа как церковь. Это не типа, это церковь. Это тут у него склад. Тебе Серп. Сюда. Это склад у него здесь. Ну, пришли. Чтоб ничего не трогало. А ты дверь закрой. Выбирай. Не-а. Но мне пушка нужна. Еще чего. Джоэл, я умею стрелять. Нет. Все. Стой здесь. Ладно. Буду просто ждать, пока меня убьют. Сдается мне, это худшая работа, за какую ты брался. Есть такое. И как же ты сдала себя на это уговорить? Это ее идея. Правда? Значит, баба не так умна, как мне казалось. Ну, хер с ней. Отведи ты эту девку туда, откуда взял. Ее нельзя отвезти назад. Тогда брось, пусть сама добирается. Расскажу тебе историю. Жил-был человек, о котором я заботился. Угу. Типа партнер. И я носился с ним. И он типа умер. Но в нашей жизни это все ведет к одному. К могиле. Что я сделал? Да просто поумнел. И научился думать о себе. Билл, это все не так. Хрен там. Все так и есть. Эй! Что я тебе сказал на лестнице? Что сказал? Да я тут просто стопку поправила. Не смей трогать! Засранка. Помяни мое слово. Будешь с ней нянчиться, это выйдет Билл, тебе боком. Давай просто закончим это дело. Держи. Давай закончим. Дробовик. Ох. Так, сначала я хочу тебе кое-что показать. Что это? Моя новая игрушка. Одно из самых мощных оружий. Дробаш. Ну, будет. По-моему, там будет еще оружие сильное, но дробовик, конечно.
он одно из самых сильных оружий. Это бомба с гвоздями. Осторожно, с ней шутки плохи. Если рванет, то разнесет в клочья все вокруг. Дробовики и бомбы у нас есть, только нахрена они? Время от времени через город проезжают военные. Ищут припасы и снаряжение, но не видят даже того, что под носом. Короче, несколько месяцев назад они тут проезжали, и на них напала толпа зараженных. Набросились на грузовик. Он врезался в стену школы. Аккумулятор еще там. Значит, берем батарею и ставим в машину. Бинго! Я хотел его добыть, но там слишком много зараженных. Ну да к черту. Джоэлу нужна тачка. А если она дохлая? Эта машина как танк. Аккумулятор жив. Может и получится. Если долго мучиться... Так, можно улучшить... Тут антибиотики, да? Сейчас. Тут можно еще и оружие улучшить. О, аптечку делаю. Аптечку, ножик. И можно улучшить, по-моему, этот... Пистолет. Или лук. Начнем. Смотри. Так. А, у меня пистолет и оружие есть, уже сделано. О, улучшено уже. У меня улучшено. А вот этот дробовик не... Ой, у меня ж винтовка есть. Бронебойность. Лук улучшенный. Отдача. Скорострельность, скорость перезарядки. Скорострельность. Капец, этих запчастей понасобирал. Емкость магазина. Вот это я улучшил. Нормально. Офигеть, полностью видите, дробовик улучшенный. Осталось этот улучшить. Охотничью винтовку. Экзамен на Гюнина. Да-да-да, я помню это все. Так, я отлично. Я это помню. Там, где потом в конце Наруто встретится, у Саски будет печать Орочимару. Проклято. А у Наруто уже проснется это девятихвостый. И они будут драться у статуи двое этих. Да, да, я помню, это первый сезон. Просто Наруто. А потом уже будет Шипуден. Шипуден, блин. Я помню, как я начал Шипуден смотреть, блин. Ну, Шипуден, конечно же, он там уже. Это просто сок будет. Просто красота. Хотя Наруто сам по себе, ну, до Шипудена, если бы вот я не знал, что есть Шипуден, то он даже и так крутой. Там эти, меч Забузы, помнишь? Хаку, Забуза. Потом там эти, как Какаши их учил с колокольчиками, миссия. Потом, когда Джурая появился, Цунаде, Сакура пошла, а тот Саски пошел к Орочимару, типа. И оно вот так, эти все события так развиваются, потом тут эти экзамены, потом сейчас там Шипуден пойдет, там вообще топ. Я помню, я Наруто очень хорошо помню, ну как, ну при, не, я так считаю, что я помню. Помню большинство, там происходило, я, ну большинство из этого помню, конечно. То, что мне запомнилось. Классная Наруто. Так, ну все, можно сваливать. Ну, соплячка, если что-то пропало,
соплячка. Так, выходим эту с церкви. Оба, смотри. Вот тут, наверное, будем сохраняться. Ух ты! Неплохо устроился. Церковь. Если хочешь исповедаться, то самое время. Если хочешь исповедоваться, то самое время, говорит Билл. Церковь. Это ж мы были в подвале, там у него схрон. А это мы вышли уже в саму церковь. Вот, получается. И там дальше. Такая американская чисто церковь, это католическая, а не католики. Так. Ну, такие церкви, это католическая считается. Такое вот, так вот, построение, зал. Так, это тут... тебе не исповедали, я тут сплю. Не буду я ничего трогать. Успокойся. А, это он тут живет в церкви. Ну, как вариант. Записка о бомбах. Ну, вот тут, наверное, мы будем и заканчивать на сегодня. У алтаря. Я еще подумываю, после «Одни из нас», может быть, ну, там скоро «Резидент» намечается. Я попробую, может быть, все-таки эту демку все-таки показать, установить. Попробую. Там Райдер говорил, ну, давай попробуем еще раз. Со второго раза. А, я хотел потом на этом же канале, на Нестример.ua, ну, то бишь Сабо, еще думал перепройти «Plague Hotel Innocence». Французская от Focus Home Interactive, которая Vampire, офигенная. Plague Hotel Innocence. Там, где чума, про чуму. Там, где сестра и брат идут, по-моему, Франция, Средневековье, и там эти чума, инквизиция. И... С одной стороны инквизиция, с другой чума и крысы. Там... Орды такие, крыс, короче, там, как море такое все, они там жрут людей, там, все. Вообще такая уникальная игра, я аналога такого вообще не видел, тоже интересная, надо будет как-нибудь это. Она есть у меня полное прохождение на канале Сабо, если вы зайдете на YouTube, на канал Нестример.ua, в самом низу ссылочка на канал Сабо, там плейлист есть, кому интересно. Одни из нас также мы проходили, полное прохождение есть. Это мы проходим четвертый раз уже в 2021 году, напоминаю, сегодня 22 апреля. Мы остановились в городе Била. Всем до встречи и всех благ. Всем пока. Ты готов? Пионер всегда готов. Пока.